Событие, которое может оказаться более рейтинговым, чем трансляция матча Лиги Чемпионов. Три российских клуба узнают своих соперников в ближайшие полтора часа. Впервые в истории именно три представителя России гарантируют нам как минимум 18 матчей в групповой стадии. Сейчас мы будем свидетелями жеребьевки, которая проходит, как и весь футбол, сейчас без зрителей в Женевской телевизионной студии. Но у нас есть полное впечатление того, что мы действительно на большом празднике. Когда Леха уходил, только Чарли говорит: не переживай, я заменю тебя брательника, поэтому в этом плане нормально, я уже начинаю привыкать, что и в комнате один, и везде, даже возможно, что друг другу попадемся, поэтому так чисто перекинулись по этому поводу два слова. Он написал мне, что не будет брать. Че ты взял все-таки? Не буду брать руку. Я кофе пью. Так время уже 18:30. Здесь сюда, для кофе время есть. Да. Ну вот сейчас показывают Баварию, у вас тоже, да? Да. А, ну то есть у нас это все, и все. Да. С нами хотел бы попасть? Я думаю, вы не хотели бы. Какой ты жучара, а? Чуйка подсказывает, что может, да? Я в шоке буду, честно говоря, если вы победите. Прикинь, ты опять бы вернулся на Черкизово. В роли... другого. Нет, конечно, это было бы интересно, мне кажется, это вообще было бы классно. Ну, это было бы, да, неожиданно прикольно. Просто писать как-то, да, классно. Ты всегда делил раздевалку с этим человеком, поле, то есть мы всю дорогу были вместе с ним. Там вот, когда я после «Зенита», когда я уезжал в сборную, а он уже как раз сказал свою речь. Естественно, это был самый, наверное, тяжелый момент для меня, для нас с Лехой. Я так давно в жизни не плакал, и скажу честно, прям чувствовал, что частичка меня какая-то, что уходит, и мне будет реально не хватать его во всех смыслах. Паспорт взял? Да. Наушники взял. Самое главное, наушники. Одного слышишь, я вот все равно слышу. Atalanta, Atalanta. The group of Atalanta is Group D, and in D they will find. Весело, да? Доволен группой? А, да, группа нормальная. Рабочая, да? Ливерпуль, Аякс и мы. И сейчас еще кто-то будет, да? Сейчас еще кто-то будет. Да, да. Мы интересно, куда? Я думаю, сейчас нас достанет тут третья команда. Никакая. Опа! Ну. Moscow Lokomotiv, now two possibilities for Lokomotiv, it is either Group A or Group D. Options for them, the third successive season that Lokomotiv Moscow are playing Champions League. Не, к Парижу не можем. Или к вам, прикинь. Эй, что там? Это кто там? Опять Атлетика. Бавария просто. Да, они Баварию убедите, хоть как они бегут. Атлетика, заразы, да. Да, не пропоративные такие, да? Ну, в Лигу Европы в 1-16 или в какую там выход сразу? Да, посмотрим, да, что-то сейчас. Побьете сюда. Скидываешь нос. Да, нормально, что, все нормально. Не, нормально, я тоже, да. Давайте, ладно, что, Лёха, отдыхайте. Давай. Давай, чао. Так, ну что, вот мы смотрим, мы в A, да? Бавария, Атлетика, Зальцбург, Локомотив. Какой ты жучар, а? Бавария, Атлетика, Зальцбург. Еще молчите, мы забили!
Круто, когда ты просто на природе. Морально отдыхаешь. Это очень клево. В деревню мы не ездим. Выдается на пару часиков съездить именно сюда. Честно, наверное, первую самую не помню, но это 100% было деревня. 100% было с батей. Перед домом прям прудик есть. Начинал с него ловить. Карасик, там ротан. Постоянно было, когда каникулы, мы туда уезжали. Потом уже батя нашел чуть побольше озера. В футболе он не прям, чтобы там какой-то эксперт. Под каким-то другим углом смотрит. Но что-то мне советует. С 21-го Зальцбургом игра. У меня у бати день рождения 21-го. Я хочу сделать футболку. Ну, типа там, батя, день рождения. Типа, если я забью. Ну, понял? Мы все понимаем. Приехали сюда только за победой. И постараемся завтра увести 3 очка отсюда. Я вспоминаю себя, когда была первая Лига чемпионов. Естественно, у нас были ребята поопытнее, кто уже играл там и так далее. Со мной сильно прям так не делились чем-то. Я знал, что будет тяжело, но и будет безумно интересно. Для молодых это безумно крутой опыт. И надо просто ловить этот момент и не упускать его, стараться. Ха-ха! Наконец-то! Чё за рыба? Не знаешь? Окунь. Красивая рыба. Это самый лучший турнир, вообще европейский турнир. Когда я в заявку не попадал, я на трибуне стоял, у меня просто мурашки. Я не представляю, что на поле. Это реально до мурашек. Реально там. Сейчас вот в Лиге чемпионов, но никто не даст и секунды, я думаю. Быстрее, еще быстрее. То есть быстро, но еще быстрее. Но это каждый должен игрок так делать. Всю жизнь пошли в Локомотив. С 10 лет. Это уже 12 лет. Недавно это сказал маме своей. Я наконец-то понял, что я стал вот игроком основы. Даже в прошлом году я там пару раз вышел, что-то такое, за Казанку играл.
То есть не было такого стабильного. Сейчас я понимаю, мне прям... Я уверен, что мне доверяют. Сейчас я уверен, что я игрок основы. Там не то, что нервничаешь, понимаешь? Там малейшая вообще вот какая-то оплошность, она приводит к вот... То есть там люди реально с таким исполнением, нельзя вот такой шанс им давать, а они это используют. И тут самое главное, как бы, естественно, не поплыть. Вроде все, я смотрю, все прекрасно, ребята играют хорошо, и вот какие-то сильно такие ситуации. Слушай, ребят, вы такие простые тоже. Это на самом деле, сложно, когда ты долго не играешь, потом приходит новый тренер, все меняется, все, тактика, игроки, все. И, естественно, это ты должен тоже перестраиваться как-то. И, естественно, это все не вот так вот происходит. Все будут стараться, но найти какого-то прям, чтобы лидера у нас тяжело. Ну так про Леху можно было сказать, что он лидер. Найдет момент, создаст его. Но раньше это Леха делал. Сейчас Антоха это делает. Берет на себя роль лидера. Вот так вот, знаешь, тяжело с людьми поделиться, что между вами вообще, какая связь. Это надо вот именно вот иметь это. Там, где всегда был он, там именно в той зоне, куда бы я хотел бы отдать, условно говоря, а он там всегда находился, или наоборот. То есть, естественно, это по-другому все. Может же любой игрок забить, но не означает, что это люди. Гравлядов, а может быть пробить, и здесь рикошет поможет. Да, здорово набросил! И гол! Еще молчите, мы забили! Есть же! Собраться, но мы понимали, что нужно отыгрываться, пытались выбегать в контратаке, и в одной из них у нас это получилось, но всегда трудно, когда ты пропускаешь на последней минуте первого тайма гол в раздевалку, надо собраться, получается, в раздевалке и выйти на второй тайм, прошу прощения, уже с таким же настроем, как и в начале игры. Но у нас это, к сожалению, не получилось сделать. Но все равно мы справились.
И переломили. Да, переломили. И одно очко увезли. Вчера в Баку. Да. Но подписал, но хотелось забить, хотелось победить. Но я считаю, что все равно неплохой результат по такой игре. И я отправил ему фотографию, то есть в нашу группу в WhatsApp семьи. И, ну, и ему все понравилось. Он меня поздравил, сказал, что все хорошо, но ему игра понравилась. Ты думаешь, у нас шанс есть? Шанс на выход в Еврокубки на следующий сезон. На следующий год, то есть. То есть ты считаешь, что это будет вот рыба нашего размера? Ну, именно я так считаю, да. Я понимаю, что это то, что ты себя говоришь. А сам бы ты доволен был? Ну смотри, как круто, блин, обыграть Баварию. Если обыграем. Если мы обыграем. Будем биться, будем стараться. Никак иначе. По-другому никак. Я думаю, с любым соперником нужно играть. И наш стадион, болельщики, я думаю, помогут нам.